Добрый меня суток, с вами Саймон, и мы продолжаем играть The Movies. В общем, я наконец научился играть в это. Вот. Надеюсь, вы не слышали этого стука. Не буду объяснять даже, кто это. В общем, вот, продолжаем. Выбираемся из кризиса, и Джоана Гос угрожается уволиться. В общем, мне скучно, насколько я понимаю. И зарплату ей нужно повысить. Как это сделать? Один вопрос. Как это сделать? А я с удовольствием повышу ей зарплату. Не, серьезно, как? Может, одна кнопочка нажимать какие? Ну, вроде бы нет. Окей. Что ж тебе надо-то? Ладно, давайте пока что на паузе посмотрим, что у нас с другими звездами. В общем, зарплата у него маленькая. Угу. Как повышать зарплаты? Так, ладно. Да, зарплата тоже беда, еще у тебя имидж. Плоховат стал. У тебя все в порядке пока что. Давайте переоденем нашего Вебли. Давно пора, не так ли? Тебе больше идет этот костюм, да? Ну, не соглашусь. Ну, давайте этот. Открытая, тогда я понимаю. Вот это я понимаю, режиссер. Татуировку там какую-нибудь. Вот так вот. Не знаю, там часы покруче. Вот, вот это режиссер. Вот, прекрасно. Очень неплохо. Молодец. На 18 место аж пробился сразу же. Вот так вот. А вот зарплата беда. Погодите, погодите. Отдел персонала. Нанять. Уволить. Киношкола. Техотдел. Это что такое? Вот же финансы мои. Да, вот, все, вспомнил. Наконец-таки я вспомнил, как... Ну, как вспомнил. Точнее, научился. Все-таки тут его надо смотреть, я думаю. Вот. Ну, мы почти в плюсе теперь уже. В общем... Да, вот все пошло. Издержки. Издержки на уровне. Прибыль выросла, но сейчас немножко падает, да? И скоро мы опять будем в минус идти, я так понимаю. Вот Макроланд прекрасно отбился, он огромные деньги нам принес. Вот. Там, например, подвальная жесть, прекрасно справилась. Войны пультиков, что-то не вышел на экран. Вот призрак ночи. Сейчас справлять зонки неплохо. Сарай старых и Лолы очень плохо справился. Тем не менее. Мэтью Овертону нужно повышать. Погоди. Малика Солние. Это режиссер у нас? Ха-ха-ха. Окей.
Значит, повышаем тебе зарплату до 10 тысяч, я думаю, будет вполне неплохо. Тебе давайте, тебе давать так же. И вот так. Значит. Вот неплохо. Понятно. Малика Сонья у нас, оказывается, режиссер. Ну вот, все в порядке, теперь я думаю, что точно. Единственное, это пьянство, но ё-моё. Джона. Не наглейте, пожалуйста. У нас сейчас нет денег на это. Уволилась. Чёрт. Да ну, серьезно, из-за пьянства? Чёрт. Значит, у нас осталось два актера, и женщины у нас нет. По-моему, это очень плохо. Давайте посмотрим, никто ли не хочет устроиться. Хоть кто-нибудь. Это плохо, я считаю. Ну да ладно. Итак, наш боевик готов. Эх ты. Джона, Джона. Да, давайте. Отредактируем его, я пока что отключусь. Ну, в общем, как-то так. Я особо не заморачивался на сей раз. В общем, все по стандартам, только сцены добавил. В главных ролях у нас будет Мэтти Овертон и только. Фильм «Война из ада». Ну вот все. В общем, подбираем актеров, да? Кастинг, ага. Значит, то все. Режиссер и исполнитель. Так, что у тебя с боевиками? Вот, боевики ты прекрасно снимаешь, ага. Поэтому ты будешь снимать. Главное, реля. Овер там. Итак. Ага, понятно. Понятно. Окей, в общем, пошла репетиция. Пока что Хагмайера можно потренироваться, например, в комедии. А ты-ка потренируйся снимать, скажем, комедии те же самые. Да, да, вот неплохо. 134 тысячи, неплохо, мы в принципе в плюсе уже. Вы. Давайте-ка вы напишите у нас фантастику. Угу. Нам нужна женщина-актер. Кровь из носа как нужна. И почему никто к нам не идет? Так. Ну ладно, один трейлер освободился. В общем. Ну вот, мы опять в минуса уходим. Фильм уже себе не окупает. В общем, очень плохое у нас состояние. Но тем не менее, я это, можно уже сказать, практически все азы игры понял.
И теперь думаю, что буду лучше относиться к нашим звездам. Да. Вот почему просто так я не могу зайти в финанс. А, вот, могу. Окей. Погодите, там что-то можно было про студию почитать, да? Вот. Так сказать. Наша характеристика. Малика Сунье, я согласен. Итак. Совсем не так. И да, на студии вполне приличная, спасибо. Ну вот, я бы не сказал. У нас кризис большой. Тут я согласен. Когда-то мы выпускали действительно хиты, а сейчас не очень. Согласен. Насчет Вебля также согласен. И тут я согласен. Вот. А, где наши статисты? Дрян бутон. Вот статист. Ну-ка. Где ж ты пропадал-то, а? Вот, отлично. Так, значит, готов к съемкам. И переносим в банк, значит. Нам нужна новая сцена для фантастики. По финансам я хотел так и посмотреть. Ну вот. Прибыль начала падать. И мы снова в минусах. Может быть, Малику... на актера переставить. Потому что ведь можно, даже если там какой-то ученый к вам придет устраиваться, его можно поставить режиссером. И знаете что, скорее всего так я и поступлю. Малика станет у нас актером, потому что одного режиссера, в принципе, вполне хватает. Вполне хватает. Ну что у нас здесь? Строитель. Вот там, чтобы и тут он влезал. Вполне, и вот тут вот. Ну, вот так вот будет нормально, считаю. Вот, неплохо. Хагмайер, знаешь, иди кто отсюда. О, молодец, молодец. Ты. Ну, поболтай с Хагмайером. Да, вам все равно нечем заняться. Так, у нас вот готов фильм. Ну вот. Понятно. Вот, в общем, прекрасно. В общем, теперь у нас Вебле, так сказать, самая звездатая звезда. Вот. 50-е года уже.
что у нас тут происходит? О, новая камера. Прекрасно. Статист, ты почему падаешь? По-моему, уборщица уже не справляется. Ну-ка убирать. Ну, как-то так, в общем. Игра как-то сразу наладилась, когда я понял, как повышать имидж нашим звездам. Никто к нам так и не заезжает. Печально. Давай-ка покушать еще разок. Так, к нам никто не хочет устроиться. Печально, я бы с удовольствием взял хоть двоих, хоть троих, хоть четверых. Но всех взял бы. Стоп, появилась еще одна студия, что ли? Да, похоже на то. И капитал у них очень неплохой. А у нас что? А у нас минус 17 тысяч. Супер. Так, ладно. Где-то поесть. Ждет трейлера. Так. $23,000 он стоит. Ух ты. 13, 9, 23 тысячи. А ты? Вот этот подешевле будет у нас. Актер-то. Блин. Нам нужны новые актеры. Очень нужны. Прям позарез. Что-то здесь у нас, ну-ка. Ну, новые павильоны, в общем. Вот киношкола. Кого-нибудь тут нанять. А никого нет. Так, сценарий готов. Ага, я знаю. 162 тысячи. Все равно не такого большого успеха. Может быть, пока что с Хегмайером на пару снять, а? Точно, давайте-ка. Одновременно будем снимать второй фильм. Пора, я думаю. Так. Нечто из... Нечто. Окей. Так. Только одна главная роль пусть будет. Доктор... Доктор где? Я думал, вы понимаете, о чем я. Давайте так. Давайте простой. Не знаю, чем различаются эти структуры. Да ладно. Давайте не будем удалять эти сцены. Давайте просто добавим сюда много всего. Значит... Допустим, вот, прекрасно, универсальная сцена. Значит, любовь, романтический укус вампира, допустим, преследование, давайте... Допустим, вот так вот. Передвижение. Ну, давайте вот так простенько. Как-то не хочется сейчас накручивать почему-то. Вот. Ванну давайте используем. Развязку.
Да или нет? Экстремальные эмоции. Смерть от сигареты. Давайте, это будет весело. Ну, давайте как-то так сделаем. Ну, в принципе, хватит, я думаю. На две звезды. Открываем кастинг. Хотя у нас, может быть, статистов не хватит. Да, у нас ведь еще и статистов-то нету. Фантастики вообще ноль опыта. Это, конечно же, плохо. Но опыта в фантастике нет ни у кого. А у нас и сцен нет подходящих. Ох, блин. Чувствую, этот фильм нам пойдет в убыток. Ну ладно, давайте попробуем так как-нибудь практически два фильма сразу писать. Точнее делать. И давайте-ка запишем. Фантастика, да. Давайте попробуем комедию записать. Комедию мы делали всегда прекрасно. Вот, этого у нас не отнять. Вот тут у нас что? Окей. Вот. Боевики, окей. Понятно, в общем. Ну, ждем, надеемся, что к нам кто-нибудь еще из актеров придет таким. Хотя у нас нет сейчас таких денег, чтобы позволить себе большой штат. Ух ты. А, вы такая прекрасная. Интересно. Давайте-ка посмотрим, как это все снимает. Новый микрофон у нас также, ага. Ну тут типа так все и есть, окей. Женщина кучер. Тем не менее, мы хотя бы живем и делаем фильмы. Ух ты, новые автомобили пошли. Уже. Что это у нас тут? Максимум 25 миль в час. Это же миль, я так понимаю, да? Это очень много, вообще-то. Это, можно сказать, где-то 40-50 километров в час. Скорее всего, это в километрах именно показано. Но все равно это много. Здесь 5 или 10 максимум. Знаете, мне очень захотелось поиграть в Game Dev Tycoon. Думаю, кстати, это будет как раз таки следующая игра у нас. Намек. Потому что атмосфера очень такая же вот классная. Конечно же, мы будем играть не в Game Dev Tycoon, потому что есть, на мой взгляд, более совершенная игра в этом плане. Но пока что я не буду вам о ней рассказывать. Потому что я забыл ее название. Такс. Подвинутый фильм ужасов. Окей. Нужен. Все, можно отправлять в архив, свой он отработал. Я думал, что у него будет выхлоп гораздо лучше. Хотя бы в 200 тысяч. Ну ладно.
Комедия готова. Наш боевик «Война за Одесса» скоро будет готов. На 2 звезды, надеюсь, он потянет. Будет он неплохо, я тогда уверен. Вот. Пока что занимаемся ничем. Ага. Ждем, то поговорим. Что у нас там со статистами? По-моему, все у них в порядке. Почему ты себя плохо чувствуешь? Ты встрейся. Ё-моё. Ну-ка, займись чем-нибудь, расслабься. Вот, неплохо, да? Хорошая трель у тебя. Что-то типа балкончика там есть, да? В задней части. Что-нибудь случилось с колесом? Вот, все нормально. Такой интересный весьма. Диски великолепные. Конечно же, колеса, я считаю, довольно-таки маленькие. Неправдоподобно. Ну, последняя сцена. Motorola Television. Окей. Такс. Блин, денег совсем нет. Это удручает. Вот хотя бы. Вот, хотя бы у нас был плюс. Небольшой, но плюс. Так, что не так? Стресс, понятно. Ну подожди уж. Напишите последний фильм, последнюю картину. Да, последнюю сцену, точнее. Вот, отлично. Теперь я тебя перевожу в актера. Ты у меня теперь актер. Ух ты, блин. Вот теперь. Понятно, то есть. Если боком у нас стоит человек, то это режиссер. А если лицом, то это актер. Интересно сделано, но не сразу вникаешь. Разочарован поворотом карьеры. Стресс. Отдыхай. Ты у нас будешь великой звездой. Ведь так? У тебя проблемы только со стрессом. Ты у нас прекрасно снимаешься в боевиках. Это очень неплохо. Это прекрасно. Итак, фильм готов к выходу на экраны. О, прекрасно. 2 звезды качества фильма. По-моему, у нас такого еще не было. Но звездный фактор ужасный. Итого 2 звезды. Очень неплохо, я считаю. Прекрасно для нас. Двойная зада. Simon's Pictures представляет. Ну давайте. Мэти Овитон в роли Тони Антуана. Окей, как много сказано. Интересно. Пиф-паф.
солдата. Ну тут уже видно, где я добавил сцену. Так, окей. В общем, отзывы какие у нас будут? О, к слонье добавился четвертинка, может, десятивинка рейтинга добавился. И огромный опыт она тоже получила. Неплохо. 16 месяцев все у нас длились съемки фильма. Очень неплохо. Затраты на производство довольно-таки маленькие. Итак, отзывы. Спасибо. Я тоже на это надеюсь, что сборы будут очень неплохими. Бицепсами можно орехи колоть. Ну да, понятно. Окей. Деньги пошли, я прям чувствую. Знаешь что? Ты, наверное, подойдешь на этот фильм. Оп, тут у тебя никакого фантастики, а вот все-таки Ольтон у нас хотя бы звезда. Вот, прекрасно. Иди-ка сюда. Статисты, вы где? Ну вот, прекрасно. Прям из туалета вырвали. Так, а что там с учеными? Почему никто не работает? У нас сейчас и так кризис, а у нас еще и никто не работает. Мы работаете? Не для этого мы тебя нанимали. Так, значит, почему он не шупал? Ну-ка. Грэм, признавайся. Что ты натворил? Ну ладно. Допустим. Ну вот, очень неплохо собирает наш фильм, мы уже в плюсе, очень неплохо, нам нужно позарез построить сцену для фантастики. Так. Фантастика. Вот фантастика. Ну давайте-ка вот эту сцену мы возьмем. Вот, прекрасно. Вот так. Ну вот, в общем-то, деньги идут. Идут. Вот так вот. Вот так вот.
Давайте вот что-то вот сделаем. Ну вот, довольно-таки неплохо. Хотелось бы, конечно же, все это еще и озеленить. Но, блин, слишком все это дорого. Хотя истратим все деньги опять же. Давайте. Так уж и быть. Слушайте, а трава-то вот эти желтеют со временем. О, да, ну нафиг. Ну давайте же доделаем здесь до конца. У нас что-то пошло. Трава-то еще и желтеет со временем. Ух ты, блин. А, ладно, также я думаю. Клинику реабилитации построить необходимо нам. Я уверен в этом. Только когда бы я засандалил-то? Сюда, может? А почему бы нет? Что у нас тут здоровье? Ну вот, неплохо. Никто на работу устроиться не хочет. Вот кто-то хочет. Так, стоп. Ну, в актерах, по-моему, потребности нет пока что. В строителях, по-моему, тоже. Да. Значит. Съемочная группа есть. Статистов нам не хватает. Вот. Нам не хватает статистов. Ты хочешь? Нет. Да, вот. Статист. Почему сюда нам показывают? Режиссер, актер нам, по-моему, пока что не нужен. Нам нужен статист. То есть он не хочет быть статистом, понятно. Ну давайте попробуем, может, режиссера нанять. Я просто думал. О, кстати, он еще из другого кино пришел. Ладно, давайте. На нем пока что в качестве режиссера. Мы все равно снимать-то не сможем. Если в этом смысл. Е-мое. Поэтому пусть он уж лучше будет актером пока что. Вот. А потом, может быть, мы, может, и... И режиссёра приведём. Вот если бы у нас было больше статистов и работников съёмочной группы, мы смогли бы два фильма одновременно снимать. Но поскольку мы этого не имеем, то... Придется сейчас ему быть актером. Вот так. Повысим ему зарплату. У него есть уже звезда целая. Очень неплохо. Поболтай-ка вот с ней. Подружитесь. У него очень неплохой опыт, очень неплохой опыт. Готов к съемкам. Окей, значит, куда притаскиваем-то? Я уже забыл. Пошли. Сюда. Ух ты, интересная сцена довольно-таки.
Вот статисты заняты, да. Нам просто не хватит, так сказать, персонала на съемку одновременно двух фильмов. Очень жаль. Я был бы не прочь. Клиника. Что еще мы можем купить, кстати? Нет ли еще кого-нибудь на работу? Никто не хочет. Ну, пока что никто. Ну ладно, хотя бы один актер к нам пришел, уже неплохо. Давайте, кстати, мы поставим какое-нибудь украшение, там, скажем, не знаю. Автомобиль, это слишком дорого, хотя... Давайте. Пусть будет. Вот так. Правда, не знаю, как он сюда въехал. Въедет. Точнее. Ух ты, блин, какой красивый автомобиль. Мне нравится. Ну, у нас вот богатый такой вот актер, так скажем. Вот, в принципе, пока что достаточно. Не хочу много денег терять на этом. Ой, комфортабельный трейлер. Ой, как много стоит. Очень дорого. Этот. Дешевенький. Ресторан 30 000. Вот, монтажный цех нам очень нужен. Сейчас хочу просто еще немножко почитать. Как вот это называется у нас? Средняя диафрагма. Что-то я просто тут не вижу. Вот. Хотел найти. Ладно. Давайте монтажный цех. Пристроим. Наверное. Давайте откуда отсюда. Вот. Копеечку влетело. Но это повысит качество наших фильмов. Потом, я считаю, нужным мы купим один комфортабельный трейлер. Да, и переселим туда какую-нибудь звезду, скажем так. А то, слушай, ну это... Ух ты, блин, все любуются новым автомобилем. Так, хватит нам жить в таких вот трейлерах. Ну, вообще, трейлеры довольно-таки неплохие, ё-моё. Вот. Но нужно выходить на новый уровень. Вот. Купим деньжата пока что еще, но вот уже фильм перестал окупать, беда, пошли мы в минус. Но тем не менее, он 237 тысяч принес, это, по-моему, самый лучший результат. Мы на 8 месте, звезды наши вот, на 17 месте, Мэтью Овертон. Кстати, Джоанна Госс ушла в другую студию, она ушла... А, не пойми, куда она ушла-то? Это чей значок-то? Gasset Entertainment. Понятно. Ну что, пока-пока. В общем, и она там работает режиссером. У нее маленькая зарплата. Эх. Ладно. Уверен, она по нам скучает. Наши фильмы не самые лучшие, но тем не менее тоже более-менее. Так, тебе нужно сменить имидж. Давайте этим и займемся. У тебя платье 40-х годов, уже 50-е года. Платье беременной женщины, смотрите, я.
О, очень неплохо. Стильно, модно, молодежно. О, неплохо. Вот так. Ну вот, в принципе. Вот, неплохо. Зарплату тебе нужно повысить. Окей. Давай это сделаем, почему бы и нет. Если это нам поможет получать больше денег, давай. Вот. До 7000 повысили на 1000 долларов. Ребят, вы пообщались, что ли? Ты тоже пообщался. А этот парень. Так, нужно написать сценарий на тему фантастики, я считаю. У нас куда-то исчез один сценарист. Уволился, что ли? Непонятно. Может быть, это он и сюда вставал в киношколу, хотел в актеры. Может быть. Хотя нет, нет. Странно, может быть, я пропустил повесточку о том, как он ушел. Хотя нет, стоп, уже фантастика никому не нужна. Ну да ладно. Нужен боевик нам. Теперь. Стресс, ага. Тебе нужно немножко. Отличься. То есть снимать еще довольно-таки много. А тебе нужно уже отдыхать. Можно. В общем, как-то так. А с других, так сказать, вкладок никто не ушел. Странно, куда же ушел наш сценарист? Ух ты, какой автомобиль то полиция. Так, ладно. С вами все в порядке. Окей. Обязательно. Ух ты, блин. Как монтажный цех так красиво выглядит, а? Стильно, модно, молодежно. Хай-тек он какой-то. Да, дизайн нашей студии просто прекрасен. Вот. Ой, надеюсь, что я когда-то еще вернусь в эту игру, потому что она очень прекрасна. А что если вот сюда поставить фильм? Нет, уже никак. А что не пресса говорит? Давайте еще раз посмотрим. Ничего не изменилось? Да нет, в принципе. Да, кассовый потенциал у него действительно неплохой, он нам принес немало денег, то есть 256 тысяч, мы выкрикались из кризиса, сейчас опять, скорее всего, минус аудио, но тем не менее, мы купили новую сцену, мы построили, да, клинику реабилитации купили, монтажный цех, я думаю, это очень неплохо, плюс новую звезду наняли, и автомобили мы купили, вот, это очень неплохо, я считаю. И Вебли следует продолжить уже работу свою. Тем не менее, комедия готова.
фантастика пишется. Ну что ж, думаю, это можно и закончить. В общем, я заигрался. Очень интересно стало играть после того, как я, ну, действительно понял все аспекты, все инструменты для управления студией. Я, кажется, уже понял и научился ими пользоваться. В общем, стало очень интересно играть. Как-то все более живенько стало идти. Вот. Мне очень понравилась, например, такая фишечка с тем, что трава желтеет. Через некоторое время тоже видно, как она желтеет. Это очень интересно. И то есть действительно надо поддерживать газон, ухаживать за ним. Вот. В общем, интересно стало. Вот, и очень понравилась та фишка, то, что к тебе может прийти какой-нибудь актер из другой студии, а наш актер, например, ушел в другую студию, вот, Гос Джоана ушел в другую студию, вот, и повысили зарплату, это Майкл, вот у него маленькая зарплата, мы давали 9000, по-моему, если не 10, вот, но тем не менее, с нетерпением жду следующей серии. В общем, большое вам спасибо за просмотр. С вами был Саймон. До новых встреч. Пока-пока-пока.